Уже стали появляться на трассе пока что одиночные, но грибники с первым уловом. Активно хвастаются грибным урожаем и в соцсетях местные жители. Мы решили проверить, действительно ли есть что собрать. Место выбрали в окрестностях Уссурийска, село Борисовка. Мы почти час гуляли по лесу. Комары гостям были рады. А вот ведерко наше не торопилось наполняться. Первыми нам попались самые яркие грибы – сыроежки. Их собрать можно быстро и много, но не за ними охотятся местные. Сыроежек много, белого ни одного еще. И ни одного местного. Говорят, они сюда приходят в 4-5 утра, чтобы все собрать. Но мы пошли в 6. Спустя час нам повезло, и мы нашли место, где полно разных грибов. Набрали полведра всех сортов, кроме несъедобных, и отправились в центр Уссурийска. Здесь самые популярные места уличной торговли. Евгений оказался единственным продавцом грибов в этот день. Его стаж тихой охоты более 30 лет. Но этот сезон не грибной, отмечает он. В прошлом году мы по 2 тираки вывозили 2 месяца назад под осинников. В этом году мало. Ну вот в среднем цена вот такого ведерочка? 250-300 сыроежка. Белый гриб дороже, естественно. Ну, смотря какой. Если они лопухи такие, он дешевле. Небольшие контейнеры с прилавка разлетаются сразу. Евгений отмечает, что спрос высокий только на свежую продукцию. Утром собрал, после обеда уже продал. А те, кто копит и старается сбыть большие партии, может и вовсе не продать или отдает за бесценок.